Здравствуйте. Объявляется набор на курс по очистке организма, который стартует 1 августа и будет длиться 33 дня. Не просто так я выбрал именно летнее время, поскольку сейчас таки период изобилия фруктов, овощей, зелени, и этим грех не воспользоваться в очистительных целях, то есть чтобы очистить организм. И также мы при помощи всех этих даров природы не только очистим организм, но еще и витаминизируем его. Зачем чистить организм вообще? Ну, дело в том, что если вы среднестатистический житель какого-то большого, среднего, либо маленького города, вам не хватает движения, качественной, хорошей еды, вы переедаете, система пищеварения терпит сбои, накапливаются недопереваренные частицы еды, которые превращаются в так называемые шлаки, что является притоном для всевозможных паразитов, страдает ваша микрофлора. Практически все болезни идут именно от системы пищеварения, из-за того, что система пищеварения загрязнена, организм загрязняется на клеточном уровне, и все недопереваренные частицы еды, которые впоследствии только накапливаются в вашем организме, они гниют, бродят, производят продукты распада, что всасывается в кровь, от чего у вас потом по утрам ватная голова, вы себя не так хорошо чувствуете, вы быстрее стареете, у вас хроническая усталость, падает энергия. Помимо этого ухудшается пищеварение, и даже если вы на каком-то этапе, когда вы еще не почистили организм, решили как-то заняться собой, начали там есть фрукты, правильный рацион себе поставили, из-за того, что микрофлора очень сильно угнетена и пищеварительные процессы очень слабенько работают, еда плохо переваривается, еда плохо усваивается, соответственно. Все ваши усилия идут, честно говоря, к сожалению, в унитаз. И ваш организм практически ничего не получает от всех ваших потугов вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Поэтому для начала нужно очистить организм, потом уже правильно питаться. Как будет проходить курс? Каждый день вы будете получать видеоурок в таком вот формате, как я сейчас перед вами сижу. Я буду вам рассказывать одну из запланированных тем, подробненько объяснять, и буду ставить вам задачи, то есть конкретно, что нужно выполнить сегодня. Вы это выполняете, присылаете мне отчет в удобном формате, так, чтобы я видел, что вы делаете, что вы едите. Каждый прием пищи, например, нужно будет фотографировать. С каждой тренировки нужно будет предоставить отчет. То есть вы потренировались, там сделали какие-то физические нагрузки, оп, себя сфотографировали. Вы видите, что четко происходит. И я вижу, что четко происходит. Потому что, к сожалению, большинство стараний людей по здоровому образу жизни, там, по очистке, по похудению, они... ну, не приносит успеха просто потому, что не видно объективной картины. Человек что-то начал делать, там забросил, там себе приврал, что он почти все сделал, хотя ничего по факту не сделал почти, там наделал ошибок, там накосячил. И в итоге без контроля вы не видите объективной картины, и уж тем более сами себя не можете исправить, если вы в этом не являетесь специалистом. Я же буду видеть, что вы делаете. И на всех этапах курса буду указывать на ваши ошибки, показывать варианты, как можно сделать, как, что нужно исправить, что подправить. И в конце курса вы получаете чистый организм плюс навыки правильного питания, навыки чистить свой организм в будущем. И сможете чиститься самостоятельно хоть каждый год. Никаких элементов жести, которые вы, возможно, видели где-то в YouTube, либо читали в каких-то книжках, там разные клизмы, разные... солевые растворы, поедание соды, поедание магнезии, этого всего у нас не будет. То есть очистка будет идти за счет грамотного подхода со стороны питания, за счет того, что мы будем ставить систему пищеварения, за счет того, что мы будем делать определенные упражнения. Организм просто очищается, то есть сразу очищается система пищеварения, выбрасывает все лишнее. Улучшается микрофлора, то есть мы просто поддерживаем нужные нам бактерии и создаем благоприятные условия для их развития. В конце курса вы получите карту клиента с специальным пин-кодом, при помощи которого вы сможете потом в специальном архивном разделе моего сайта просматривать все уроки этого курса. Раньше я высылал диски, сейчас уже они потеряли актуальность. У меня, честно говоря, уже
лет 5 нету дисковода на моем компьютере, и диски, как мне кажется, морально устарели, поэтому я их не рассылаю, плюс их постоянно тырят на почте. Для тех, кто переживает и очень боится потерять массу, то скажу вам, что массу вы не потеряете, разве что лишний жир и лишнее каловое накопление системы вашего пищеварения. Ну и еще, если у вас есть глисты, то не сдохнут. Что касается силовых показателей, там, выносливости и других физических показателей, которые вы тренируете упорно, они у вас никуда не денутся и даже подрастут. Очень многие ребята из-за того, что они привыкли обжираться, по примеру, разных ютуберных качков, они просто сбивают себе пищеварительные процессы. И, по сути, все то, что они съедают, уходит в унитаз. Еда переваривается крайне плохо. Они набирают только лишний жир. И когда мы очистим организм и улучшим пищеварительные обменные процессы, то ваш организм, ну, во-первых, вы будете есть меньше, и ваш организм будет получать намного больше из малого количества еды, нежели то, что вы получали раньше из огромного количества еды. И, по факту, организм ваш получит более качественное питание. Более подробное описание моего курса на сайте. До встречи на курсе.